Откуда берутся дети? Всякие эти смотрят, как они. Покемон. Откуда берутся дети? Откуда берутся дети? Из капусты. Ну, мне сказали так. Очень интересный вопрос. Дети появляются от любви. First, at first, how do I explain this? You have one male, one female, and they fall in love, and then they cuddle, and then the how do you say this? The bird? How do you say the bird? Какой ваш любимый мультик был в детстве? Мультик. Да я, в принципе, все смотрел. Включал либо Nickelodeon, либо что-то еще, либо на Ютубе смотрел. Хотя, наверное, тут Ютуба-то не было еще. Ну ладно. О, я и сейчас люблю смотреть мультики. Топ-1 — это Кунг-фу Панда. Второй — Тайна Коко. My favorite cartoon when I was growing up was Pokemon. And still, until this day, is Pokemon. Nobody can beat Pokemons. Сейчас, наверное, такие мультики уже не смотрят. Всякие эти смотрят, как они. Как сейчас популярный мультик. На Netflix показывают. Как вы учились в школе? Учился я достаточно хорошо. И в детстве, и уже когда был взрослым. À l'école, en vrai, j'avais pas de matière préférée. Mais genre, ça va, j'étais un bon élève. J'ai été jusqu'au bac, et après j'ai arrêté l'école. Что делать, чтобы хорошо играть в футбол? Тренироваться каждый день, отдавать все силы, все эмоции в футбол, и тогда что-то получится. Ну, самое главное – желание, а там уже труд, и все будет хорошо. Какой был самый любимый предмет в школе? Физра и английский. Ну, наверное, любимого не было. Geography, because I traveled a lot and then with football and I knew all of the parts of the world before I learned in school, so I was good in that. Поначалу мне нравилась химия, когда вот эти все колбочки переливали туда-сюда, вот это было прикольно. Когда начали глубже погружаться в этот предмет, мне он вообще не понравился. Ужасный. Физкультура и английский, потому что физкультура понятна, английский. Мне всегда хотелось общаться с людьми из разных стран, понимать их культуру и, в общем, узнавать что-то интересное в оригинале. Что говорит тренер, если вы сидите на мяче? Ну, я никогда на мяче не сидел, даже не знаю, что можно сказать. Наверное, только Месси или Роналдиньо или Роналдо могут так сделать на тренировке. Но я не сажусь на мяч во время тренировок, поэтому я не знаю, что они скажут, если я сажусь на мяч. Почему вы играете именно под таким номером? I play with 16 because when I started to play professionally in Croatia in Dinamo, they gave me 16 and since that day I keep it and I hope that I will until the end of the career I will wear my number. Ну, как я начал играть с Академией в 17-м, всегда хотел играть и дальше по 17-м, просто не получалось, потому что номер был за Тарасом Михаликом. И когда он закончил в Локомотиве карьеру, я сразу вцепился в него. Много желающих было, скажу, на этот номер, но я был самым первым. Лучшие центральные защитники, по моему мнению, выбирают четвертый номер, то есть и Серхио Рамос, и Ван Дайк, это те люди, на которых я равняюсь, с которых можно брать пример, поэтому номер 4.